Привет, ребят, сегодня утро 15 сентября, замечательное утро, несмотря на дождик. В общем, собрались мы немножко позавтракать, и хотелось чего-то такого обычного, обыденного. Но нет, извольте, понимаешь ли, да, опять какие-то крабы, креветки, осьминожки. Вот Ромка такого попового сейчас съест. Котик сыр. Вкусненький. В общем, если вы захотите просто позавтракать какой-то яишенькой, то у вас это не получится. Собрались мыслями, купили билет и едем в Авейро. И это решили остаться там жить. Небольшой красочный городок под Порту. Очень красивый. Ну, в общем, приедем туда, покажем, сами все увидите. Вокзал в Порту сам по себе является достопримечательностью. Мало того, что здание имеет очень культурный, очень красивый вид, как историческая ценность, так еще и очень интересно реализован подъезд поездов к вокзалу. Вокзал находится в самом центре города, и поезда подъезжают через туннель. Вот так это выглядит. Собираемся на посадку. В путь. Если присмотреться, то магазин называется «Калина», и на обложке бутылка пива «Абалони» и «Балтика». Что-то знакомое. «Калина Вика», нам налево. Да, сюда. Что это такое? «Калина». Да что ли? Давай зайдем.
А вы приехали сюда учиться или нет? Нет, мы путешествуем. А где остановились? Мы сейчас в Порту, в апартаментах. Завтра едем в Лиссабон, из Лиссабона в Пенеш. А вы здесь давно? Ну так, уже да. И как вам? Так, нормально. Что такого-то прямо? Лето хорошо, на пляж у нас. Мы ездим отдыхать, купаться, загорать. А вы откуда? С Одессы. Да. А, да, я как раз хотела рассказать, что часто одесситы живут на море и приезжают отдыхать куда-то подальше. Так и есть, так и получается, да, потому что... Спасибо. Все, спасибо вам. Всего доброго. Вам всего доброго. Вас, до свидания. Вот такое вот пиво львовское. Подожди, а на польском написано? На польском и на молдавском. Да? Да. А сколько получается бутылка? 4,80 получилось 3 бутылки, да? Да. Что по рубль, евро, 90, да? Нет, ну, 2. Где-то, ну... 3, 3,8. 2. 17, евро 60. Евро 60, да. Вот такое вот пиво за 45 гривен. Держи. Ребят, мы покидаем Авейро, маленький провинциальный городок, который не имеет прямого выхода к океану, но все равно подкупает своими узкими маленькими улочками, очень колоритными, очень прикольные каналы, такая своеобразная маленькая Венеция получается. А еще это город, в котором Георгий надолго и влюбился в португальскую музыку. Че за вреда? Да, на самом деле очень здорово, очень понравилось. Ах да, это еще и город, в котором мы впервые за ближайшие, за последние дни услышали знакомую речь. Мы вернулись в Порту, направляемся домой, переодеться немножко, отдохнуть и на набережную вечером слушать традиционную португальскую музыку. По приезду в порт у нас встретило солнышко, хорошая погода и просто шикарный вид.
Eu tenho sonho dourado, sonho que a minha alma quer. Eu tenho sonho dourado, sonho que a minha alma quer. É morrer cantando fado nos braços de uma mulher. É morrer cantando fado nos braços de uma mulher. Коля спит. Где Георгий? Забавно. О, привет.